Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души рвутся из земли. В зале ветераны Великой Отечественной, дети войны и участники боевых действий. Воспитанники Одинцовской школы номер 5 подготовили праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Долгое время на базе 5-й школы базировались исторические хроникальные документы 5-й армии. И много-много лет ветераны, генералы, полковники, рядовые приезжали в музей 5-й школы, встречались, вспоминали события, оставили много-много здесь ценных материалов. Во времена войны в старом здании школы располагался госпиталь. Об этом знают все учащиеся. Уроки мужества, поэтические чтения, праздничные концерты проходят постоянно. Патриотической работе здесь уделяют большое внимание. Мы военной подготовкой занимаемся. Разбираем автоматы Калашникова. Вот такими мероприятиями провожаем ветеранов, помогаем волонтерам, то есть разносим подарки ветеранам на праздники. В этот день аплодисменты ветеранов стали главной наградой для юных исполнителей. В свою очередь ребята пообещали помнить о подвигах наших героев и радовать их как можно чаще. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».